В парке Степаново в минувшие выходные царил спортивный дух. Ежегодный ивановский триатлон уже в четвертый раз собрал спортсменов и любителей всех возрастов. Тех, кто не против испытать себя в плавании, велосипедной гонке и беге. На этот раз организаторы попытались усложнить наземные этапы. Беговую дистанцию увеличили почти вдвое, а в вело включили несколько сложных подъемов. Но участников от этого меньше не стало. Как признаются организаторы соревнований, интерес к нему горожан с годами только крепнет. Для многих участие в спортивном мероприятии уже стало традицией. Народ уже просто выживать устал. И просто греться на солнце тоже ему неинтересно. Очень вырос интерес к велосипедному спорту. Точнее, ну я бы сказал, велосипедным прогулкам. И вот некоторые, кому и гулять уже на велосипедах надоело, они приезжают к нам себя попробовать на первых таких соревнованиях. И мы специально, вот фитнес-группа как раз для этих людей, чтобы попробовать. Вот. Попробовали, на будущий год кое-кто из них попытается более серьезную дистанцию.